Лиш! Карлос, я у церкви. Эй, это Мигель. Мигель? А где Карлос? Он занят. Сможешь забраться на колокольню? Думаю, да. Хорошо. Я оставил тебе там винтовку. Смотри, чтобы тебя не засекли. Ладно. Суэрте, друг.
Наполеон Эль Пекеньо его пугал куда больше. Значит, мне к тому дыму.
Если честно, вид стоил того сам по себе. Покойся с миром, Сайган. Эй, Клара, я нашел аванпост бронетанковой дивизии. Что ты на это скажешь? Скажу угнать один из танков. Та же идея. Так, аккуратно, Даня. Подмоги не будет, Кумамьердас. Что за шум? Где ты прячешься? Пора скунтерти. Сал! Están cerca, así que atentos. Adiós, подкрепление. Хитрец.
стоит забраться в этот танк. Подкрепление нам тут ни к чему. Во, это по мне. Подойди-ка. Расскажи, что знаешь. Оказывается, на центральном складе FND почти никого нет. Прям напрашиваются на неприятности. Спасибо. Рад тебя видеть. Тебе тут не место. Здравствуй.
Рад тебя видеть, Дани. Б-5606. Немедленно. Идентифицируйте.
Алува присматривают за мной. Этим повстанцам пригодилась бы помощь. Далеко не уйдет!
Дани, мы нашли зенитную пушку. Жаль будет, если с ней что-нибудь случится. Отмечаю на твоей карте. Грасиас. Эй, Дани. Конью! Ya tú sabes cómo es, se te van los pies. Si la Habana te llama.
Привет. Привет. Есть что рассказать? Даня, на землях моей семьи установили сраную зенитную пушку. Отмечу на твоей карте. Благодарю. Ну, кто на меня? Герильеро, подойди. Люди Кастильо удерживают одного из повстанцев в форте Эсперанса. Поможешь? Спасибо. Хорошая лошадка. Тише. Не лезь ко мне.
Эй! Эй! Есть для меня что-нибудь? В университете Эспиноса устроили бунт, поэтому там все перекрыто. Еще солдаты взяли пленных. Попробую их вытащить. Спасибо. Убери. Живо! Стой! А то хуже... Есть новости? Да, не готовься. Ожидается сброс припасов, и нам нужно добраться туда первыми. Спасибо. Эй, ¿qué tal? Приветствую. Карлос тебя не любит. Будь начеку. Разрешаю тебе взлет.
даже есть лицензия пилота? Шучу, она не нужна. Но раз все зенитки теперь разгромлены, разрешаю тебе взлет. Приветствую, истинная Яра. Говорит ваш генерал Исеф Хосе Кадиса.
Говорит генерал Хосе Кастильо. Я счастлив уведомить вас, что несколько дружин иранцев признали виновными в убийстве. Свой рай и в нашей чистой стране. Позиции. Окей, хе-хе, я здесь. Движок не глушу, сэрте. Я вижу, Хосе. И стрелять пока не скажу. Яранцы! Это честь для меня, видеть вас здесь. А для вас честь, видеть тут меня. Это... лже-яранцы, таким, как они, нет места в нашем районе! Алехандро... Кохоне... Они примут смерть от мощи Яры! Их повесят прямо на стволе этого танка! Что делать, Карлос? Карлос! Он может умереть. Надо уходить. Эспада! Я возьму его. Прикрывай, окей? Дани, мы должны забрать его отсюда! Понесу! Идем! Вилли ждет там! Я прикрою! Звякну ему! Вилли, ты где? Мне не пробраться! Тут жарче, чем у дьявола в заднице! Алехандро у нас! Он ранен! Ясно, встретимся у радиовышки! Ладно! Граната!
враги! Ага, вижу. Он погиб. Папа! Бинго! Да, никакого хера! Ты должен был прикрывать нас! Винтовку заклинило. Мигель дал мне сломанную пушку. Сука! Нельзя было доверять этой мрази! Они ждали нас. Походу, это была подстава. Бинго! Там! Живи, Эрмонита. Далее, далее! Положим на стол. Он дышит, нет? Сердце не бьется. Держись. Вилли, дай мне минуту! Что бы ты ни думала, это не я. Думаешь, это не твой брат? Мы же знаем, что он предатель. Что насчет Вилли? Он ведь шарит во взрывчатке. Эспада! Ты спасла папу, но даже не подумала спасти меня. Бросила подыхать в этом сраном лагере. Вилли, мы его теряем! Думаешь, твой папа страдал? Представь, что Хосе творит с людьми, когда у него есть время. Не подходи! Я мог бы сдать весь этот сраный лагерь, но не сдал! Чёртова Монтера. Нам всем конец, Камила. Кастильо победил! Он дышит! Эспада!
Не суетись, пойми, Лев спокоен перед убийством. Си, папа. Стреляй! А! Кебен, дядя! Уже слышал о нашей великой победе на Западе? Карлос Монтеро мертв. Наш табак в безопасности. А его повстанцы бегут. Стреляй! Коменьерто, дай сюда! Бьен! Бьен! Диего, твой брат, ждет похвалы. Зная, что он задумал, сказал бы, что Монтеро живут среди фермеров. 200 лет, как? Дядя, я хотел тебя удивить. Диего, сколько солдат твоего брата тоже там живут? 80%. Верно. И вот мы видим, как мучеником стал самый знаменитый Монтеро. Посмотрим, сколько солдат захотят трудиться ради рая тебе. Порфавор, Эй, ты убил птицу Диего. Беги. Что? Беги. Буэн Тиро. Привет. Я так и не поблагодарил тебя за спасение. Вы с Камилой не бросили меня, хотя могли. Грасис. Со мной связался отец Пьетро из Вердеры. У него мачете моего папы. Это все, что осталось в память о нем. Я пока что не в состоянии это сделать. Папа погиб из-за меня, а я не могу справиться даже с таким заданием. Священник будет ждать тебя, Даня. Ну, если ты согласишься. Грасиас, Дани. Грасиас. Клара, мы попали в ловушку. Карлос убит, с его сыном Алехандро дела обстоят немногим лучше. Дани, нельзя, чтобы эта семья исчезла вот так. Монтеро нужны нам не только, чтобы избавиться от Хосе. Они помогут нам захватить Эсперансу и покончить с его дядей Антоном. Си, я что-нибудь придумаю. Здравствуй, дитя. Вы отец Пьетро? Си, Алехандро сказал, что ты придешь. Знаешь, я до сих пор помню день, когда венчал Карлоса и его жену. Давно это было. Но, увы, мачете здесь нет. Что? Почему? Его забрали солдадос. Они в своем любимом баре Лараха. Я отмечу на карте. Грасиас, падре. И простите, что все так вышло.
Как дела? Мы должны все исправить. Дани? Как жизнь? Знаешь, я понимаю, доверять мне непросто. Сейчас в лагере много новых людей. Все норм. Ну, не все способны вот так простить. Не мне тебя прощать. Просто выкладывайся по полной. Этого я жду от всех. Алехандро, как ты там? Да ничего, наверное. Мачете у тебя? Пока нет. В церкви его не было. Кахонес, где оно может быть? Не пасть. Я все устрою. Самый бар. Видимо, показал. У них там огнемет. У врага медик. Алехандро, я нашел его. Ах, черт, слава богу. Мачете твоего отца должно быть у одного из Монтеро. И впредь так и будет. Грасиас, Дани. Ты сделал то, что не смог я. До встречи. Пошла! Оля. Где была? Дани, мы хотим устроить FND-засаду. И нам нужен такой мощный боец, как ты. Muchas gracias. No puedes permitir que esto se acabe.
Mi mundo sin ti es inhabitable. No me dejes, no. No. Con ese sentimiento, no. Justo ahora que estaba empezando a enamorarme más de ti. Baby, baby. ¿Cómo vas a mirar en la hora del reloj? ¿Cómo vas a hablar cuando te falte mi voz? ¿Dónde quedarás cuando no es? Defendiendo a su gente con su valor y sin dar ni un paso atrás. No llores porque Carlos Montero partió con ideas de libertad. Y aunque no esté con nosotros, siempre lo vamos a recordar, su siembra. Хоть мы тебя и спасли, ты нам не нужен. Слушай, это ведь похороны его папы. Алехандро вместо Карлоса. Паршиво. Алехандро. Хватит уже. Иди. Эспада, он ведь твой брат. Мой, не твой. Как нога? Я не знал твоего папу, но моя семья здесь уже где-то полвека. Я могу помочь с генералом Хосе. Я сдам его лейтенантов. Por favor. Надо найти вам форму, компайс. Бросай все, что делаешь. Una nueva operación? У нас есть шанс замочить льва прямо в логове. Приходи, я в Эсперансе. Сейчас пришлю фотку здешнего убежища Либертад. Когда встретишь часового повстанцев, спроси про ночную смену. Ночную смену? Ладно, Клара, я приду. Говорит Лола.